Я мог бы выпить семен. Я мог бы стать сам день. Вечно boy next door. Вечно calling. Вы слышите этот стук? Такой стук только об настоящие мужские яйца. Если кто не понял, сегодняшний видеоролик про гачи, сборку. Приятного вам просмотра, пацаны. Come on, let's go. Ну и всем hello, boys. С вами, как всегда, Гач Ковали. В сегодняшнем видеоролике Dungeon Master пошел на копты на гачи РП и сделал много фистинг своим врагам. Пацаны, если вы не хотите так же, чтобы вас продырявили, как я, своих врагов, тогда вступайте ко мне в отряд на сервере Flynn Roleplay. Кстати, на первом и на втором сервере. Ник при регистрации Touch Trupe Kills, на 02-м Джек Ковали и промокод хэштег Ковали, который дает вам защиту от фистинг. Поэтому, пацаны, играйте вместе со мной. Итак, давайте к сути видеоролика. В сегодняшнем видеоролике я пошел на этой сборочке гачи-мучи на каптике и реально сделал много фистинг своим врагам. Пацаны, вот реально, если так рассудить, эта сборочка — это просто что-то ебанутое. За это вы должны обязательно поставить лайк. Я думаю, эта сборка этого заслуживает. Я постарался над созданием этого видоса, вы поначалу увидели. Я заморочился над каким-то сюжетом, ну как-то сюжетом, постановкой видео, чтобы оно получилось угарно, интересно, и чтобы вам понравилось. Вот лично мне этот видос понравился. Это, наверное, мой самый любимый видос из всех. Давайте я не буду надолго затягивать начало и приступим уже к самому просмотру этого видео. Приятного вам просмотра, пацаны. Все продумать. Не сорвешься же. Say no, да как? Fifteen ass, next door.